Всем привет, снова здравствуйте, видео последыш. И вот давайте разберемся, как еще сделать отверстия других видов, или как там назвать. Ну, погнали. Так, давайте попробуем вот эту часть скрыть, верхнюю. Вот так вот выделяем и жмем на нее. Вот модель у нас пустотелая стала. Теперь заходим в геометрии и жмем DL Hidden. Скрываем вот эту, убираем часть. Так, вы видите, что сетка слишком плотная, то по прошлым видео давайте пройдемся и сделаем ZRMesh. Сделаем ZRMesh Adapt и уменьшим вот этот ползунок также с полигоны. Ну, где-то до единички с половиной или до двух. Давайте до двух уменьшим или до единицы. Так, и жмем ZRMesh. Сейчас все это дело прогонится и будем работать дальше. Так, вот наша модель прогналась. И давайте посмотрим вот теперь ее сетку. Сетка вот такая получается. Все ненужные саптулы отключим. Вот пустотелая. Вот такое вот у нее. Такой у нее внешний вид. Так, ну и как теперь сделать пустоту, да, вопрос? Заходим в кисти, включаем Z-модельер, нажимаем, так, приблизим модель поближе, уменьшим Draw Size, жмем пробел и ставим Insert Polygroup All и ставим Center and Border, вот этот. Ну и давайте попробуем еще ближе подвину, чтобы вам было видно. Находим и вот так вот прибавляем. Вот именно от центра делаем. Теперь нажимаем опять пробел и жмем Insert, опять же Border Online, вот это. Оставляем опять Polygroup All. И опять заходим сюда. И вот так вот. Можно удалить вот эти части. Можно их сделать потоньше. Вот где-то в таком духе. Прикольная штука получается. Но теперь можно еще толщину ей задать. Задаем толщину как? Нажимаем опять же пробел. Жмем QMesh. И попробуем вот этими вот поработать. Так, опять приблизим поближе. И жмем теперь опять пробел. И жмем QMesh, All полигоны и вот так вот поставим на вытяжку. Так, нажмем еще Ctrl-Z, повернем, уменьшим Draw Size и попробуем еще чуть-чуть их прибавить. Вот где-то так все это дело работает. И вот так все это дело выглядит. Можно и еще толщину больше придать, это от модели зависит. Так что сделать другую сетку, внешний вид подправить. Ну, словом, вот так все это дело тут получается. Любая ваша фантазия и вот такой внешний вид. Так, отключим теперь поле F и вот. Прикольно, вот так все это дело у нас выглядит. Все быстро, прикольно. И главное, что нужно. Все, всем пока, до свидания.